Протягиваем выпуск. Спекуляция на теме коронавируса набывая новые формы. У погони за сенсацией не усе заховывать добросумленность. Особенно интернет-выданий доводят до агульного ведома приватную информацию об стане хворых на коронавирус и контактных особ. Ситуацию прокомментовал уголовный державный санитарный урач региона. Любое разглашение диагноза или оказание медицинской помощи, какой вид медицинской помощи оказывался в медицинском учреждении, это составляет врачебную тайну. И за нарушение врачебной тайны или разглашение ее грозит административная и или же уголовная ответственность. Просматривая зачастую определенные интернет-сайты, информация оказывается, мягко говоря, недостоверной, или же можно прямо сказать, она ложная. То есть человек не имеет проблемы, в том числе ковид, а расписывают все, как будто это так и есть. Поэтому я бы советовал, прежде чем составлять статьи или размещать информацию, ознакомиться со статьей 46 закона Республики Беларусь о здравоохранении. Насельніцтва цікавіць пытанне, калі экспрэс-тэсты на коронавірус будуць у шырокім доступе. Медыкі тлумачаць, пакуль што гэта не мэтазгодна. Сітуацыя з вірусам кантралюемая, але напружаная. Таму тэсты робяць строга па паказаннях тым, каму гэта сапраўды неабходна. То, што касаецца іследавання на коронавірус, лабараторнага іследавання, то я думаю, в будучым это будзе возможна. Почаму на сённяшні дзень такой возможнасці нету? Кстати, і населення задаё вопрос, почаму не исследуете платно, или же лаборатории там определенные коммерческие не проводят такие исследования. Это связано лишь с тем, что на сегодняшний день действительно эпидситуация по COVID-19, она серьезная, и поэтому в первую очередь лабораторные исследования и тест-системы, они направляются для того, чтобы исследовать население по эпидемиологическим или же по другим показаниям, когда это, допустим, человек находится с пневмонией или же с заболеванием, похожим на COVID-19. По данным Министерства охраны здоровья, на сегодня в Беларуси зарегистрировано больше за 13 тысяч человек со становшим тестом на COVID-19. Это около 8% от агульной колькости проведенных тестов.